Даже на меня попробовали наехать. Прокуратура обратились против меня. А знаете, что я должен сделать? Это вы наехали на нас. Что я должен сделать? Выступить адекватно. И откошмарить так, чтобы желание больше писать прокуратуру. Москва не было, поймите. У меня только писем 600 не подписано. 600 не подписано. Это я сейчас приеду, под утро буду писать, а в 7 утра рабочий день. И днем на стол, у меня времени нет. Просто на войну, вы же уже говорили с городом на Кузнецке, было 128 тысяч человек. 64 ушел на войну сразу. Больше половины не вернулось. Я сейчас могу сказать одно. Вот если бы мы сейчас подняли из могил, вот просто допустить, подняли из могил тех, кто строили вот здесь до войны или после войны, вернувшись, подняли бы их из могил, привели бы сюда и показали. Это наша практика идет. То я уверяю, нам бы сняли штаны, взяли бы ремень и так надрали бы нам сзади за то, что мы сделали. До какого уровня мы скатились? Нам бы так надрали зады и правильно бы сделали.